Приветствую всех, с вами Борис. И вот решил такое видео снять. Возможно, оно вам будет интересно. Где я сейчас нахожусь? Это село Ростовской области, где я живу. Здесь есть магазины, там вот частный сектор. Но разговор у нас сегодня пойдет именно о том, что иногда люди не верят себе из-за того, что они думают, что, ну, вот так вот у них получилось, что живут они в каком-то маленьком поселке. Хотя до Ростова у меня 20 километров, до Азова у меня 7 километров. Не так далеко все. Дело не в том. Люди живут вот в таких условиях и думают, что все пропало. И делать они ничего не смогут с такой ситуацией. Что же делать? Что же делать, как изменять свое мышление? Ну, давайте немножко поговорим об этом. Итак, мышление человека, оно зарождается еще с самого рождения. И потом нам пытаются постоянно доказать, что мы не того поля ягода, не там родились, не там не наше предназначение заниматься чем-то своим. Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, дома, на работе, в каких-то небольших организациях, где вам говорят: ну, твое дело — это убираться возле дома. Но это не значит, что вы не можете заниматься интернет-бизнесом. Достаточно перспективно можно заниматься, вот так же взять смартфон и начинать зарабатывать в интернете. Что для этого нужно? Да, в принципе, только желание нужно. Я немножко затрону тему проекта, в котором у нас зарабатывают абсолютно все. Это не громкие слова, это именно люди, которые у нас, ну, с ограниченными возможностями, с ДЦП после сложных операций, люди, которые глухонемые, и вот эти все люди у нас зарабатывают статус 7.0. Они, ну, не запариваются уже на это, то есть они знают, что вариантов других у них особо нет, и на пенсию прожить сейчас очень, если не буду выражаться грубо, очень-очень-очень сложно. Вот, такая вот ситуация у нас получается. Если каждый из вас определит, что он хочет в этой жизни получать, если каждый из вас определит, что он в жизни в этой хочет вообще, не только деньги. Деньги — это лишь вариант, что вы сделали много хороших дел. Деньги, они придут именно с тем пониманием, как их делать. Это вы должны прекрасно все понимать. Деньги — это не факт, что вы хороший человек. Деньги — не факт, что вы плохой человек. Деньги — это просто деньги. Деньги — это бумажки, которые люди придумали, ну, ради показания того, что они стоят. То есть не нужно, и при этом не нужно думать, что если у вас нету денег или мало денег, что вы ничего не стоите. Именно это нужно учесть. Если вы хотите что-то хорошее для мира сделать, начинайте это делать. Если у вас что-то не получается, спросите у тех людей, у кого это получилось. Зарабатывать миллион — это небольшое геройство и небольшое достоинство. Зарабатывать 20 миллионов — тоже небольшое геройство. А если вы зарабатываете деньги, и эти деньги еще, ну, дарите кому-то просто так, что мы делаем статус 7.0, только я не даю деньги, я дарю именно бизнес. Бизнес, который вы можете развивать и зарабатывать на этом бизнесе. Что нужно делать? Просто делайте подарки. Делайте подарки, получаете признание, получаете свои новые статусы и начинаете новую жизнь. И неважно, кто ты сейчас. Дворник, директор, менеджер, а может, ты просто человек, который в интернете ничего не понимает. Приходи, мы тебя всему научим. Я специально хожу по своему поселку, чтобы вы видели, что это не какой-нибудь мегаполис. Это именно то место,
где у нас проживают многие-многие люди. На этом заканчиваю. Всем привет!